Добрый день, уважаемые слушатели, с вами канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь на наш канал и всегда будете в курсе последних эзотерических событий. А сегодня мы с вами поговорим о неблагоприятных лунных днях в ноябре 2017 года. Именно неблагоприятные лунные дни для начинаний и луна без курса, то бишь холостая, в ноябре 2017 года. В эти дни луна переходит из одной фазы в другую. В это время люди ведут себя неадекватно, не понимают, что происходит. Возрастает число аварий, все валится из рук. 9, 15 и 29 лунные дни необходимо воздержаться от передвижения. Это не значит, что нельзя выходить из дома, просто следует быть максимально осторожными. В сатанинские дни не следует начинать новые дела, подписывать договора, потому что все получится не так, как вы планировали. Все серьезные дела лучше отложить на более удачные дни. Полнолуние также считается неблагоприятным днем, когда ссоры и конфликты возникают на пустом месте. Итак, неблагоприятные лунные дни в ноябре 2017 года. Итак, начнем. Это 2-3 ноября, это 15-е лунные сутки, 4 ноября, это 17-е лунные сутки, это полнолуние, 5 и 6 ноября, это 18-е лунные сутки, 10-11 ноября, это 23-е лунные сутки, 14 ноября, 26-е лунные сутки, 17 ноября, это 29-е лунные сутки, 21 ноября, это 4-е лунные сутки, 26 ноября, это 9-е лунные сутки. Друзья, это неблагоприятные лунные дни для ноября 2017 года. В ноябре полнолуние будет, то бишь 17-е лунные сутки 4 ноября будут в Тельце. Если вы были до этого с кем-то в ссоре, то это самое благоприятное время для примирения. Люди готовы понимать и выслушивать друг друга, прощать и мириться. И как мы обещали, луна без курса холостая в ноябре 2017 года. Значит, это 1 ноября с 0 часов 7 минут до 1 ноября 9 часов 43 минуты. 3 ноября с 6 утра и 3 минут до 3 ноября до 12 часов и 46 минут. 5 ноября с 12 часов 28 минут до 5 ноября до 13 часов 26 минут. 7 ноября с 13 часов 39 минут до 13 часов 44 минуты. 9 ноября с 8 утра 14 минут до 15 часов 29 минут. 11 ноября с 11 часов 55 минут до 19 часов 41 минуты. С 13 ноября луна будет без курса с 18 часов 45 минут до 14 ноября 2 часов ночи 26 минут. 16 ноября с 3 часов ночи 50 минут до 11 часов 19 минут. 18 ноября с 14 часов 42 минуты до 21 часа 59 минут. 21 ноября с 3 часов ночи 26 минут до 10 утра 14 минут. Дальше 23 ноября с 13 часов 33 минуты до 23 часов 14 минут. 26 ноября с 5 утра 37 минут до 11 утра 4 минут. 28 ноября с 15 часов дня 9 минут до 19 часов 30 минут. И 30 ноября с 21 часа 37 минут до 23 часов 38 минут. Это луна, друзья, без курса, то есть лишь холостая в ноябре. Друзья, если вам нравится наш канал, подписывайтесь на него, ставьте лайки и будете в курсе всех событий. До новых встреч!